Сегодня я попробую поменять на своем автомобиле лампочки, габаритные лампочки на лампочки, как они называются, дневного хода, на ходовые лампочки, ДХО так называемые. Взял, значит, лампы. Так, называется Optima. Корея. Лампы дорогие, не Китай. Стоимость одной лампочки около 800 рублей. Сейчас мы их посмотрим поближе. Значит, тут такие светодиоды по бокам. Два светодиода по центру. Если обратили внимание, линзованные. Светит очень ярко. 4000 люми. Это очень ярко должно быть. Должно заменить лампы дневного хода. Причина, значит, данной замены — автомобиль Mitsubishi Pajero 4. В нем с завода не предусмотрены лампы дневного хода. Покупать всякие премодеры, которые ставятся снаружи, что-то желания нет. Разбирать фару для того, чтобы вставлять вовнутрь светодиода дневного хода, там, либо какие-то там ленточки светодиодные, тоже желания нет. Посчитал, что вот это, наверное, самый оптимальный выход. Сейчас я сниму, значит, как светит дневной ход лампы стояночные, габаритные лампочки. И после замены покажу, как светят лампы вот эти уже. Если понравится, значит, ну, буду всем рекомендовать. Ну, вот такой позорный свет. Да. Сейчас заменим, посмотрим, как будет. Вот, смотрим разницу. Вот обычная габаритка. И вот светодиод. Все, не надо париться. Светодиод ставим, да? Да. Дорогие, но клево. Все, не надо. Я тут голову ломал, как придумать. Вот, ставишь все. Показываю, как светит. Бедный фотоаппарат даже снять не может. Очень ярко. Очень-очень ярко. Всего лишь 5 ватт. Дешевку китайскую не берите однозначно, потому что светодиоды начнут отключаться со временем. Начнут моргать. Заработайте гигантский штраф за стробоскоп. Это будет ходить лет 5. Не меньше, может даже больше. У ребят стоит, ходит, говорит, очень долго. Сейчас зарядим вторую лампочку и еще раз снимем машину. Общий вид. Фара, правда, не мытая, но все равно уже клево. Просто ништяк. До скорых встреч!